Зехра, давай, испачкала ручки. Ты мамина маленькая хрюшка. Ну так и живем, мои хорошие. Один пытается обувь снять постоянно с нее. Зехра, солнышко. Аслан, сейчас она на тебя наедет. На. Открывай. О, какая молодец. Это я биолакт даю с таким трудом. Давай ручку. Ой, ротик давай. Вот так, молодец. Давай. Зехрашка. Давай. Выбросила, молодец. Господи, убежала опять. Так и живем. Их теперь накормить такая проблема. Они только мою маму слушаются. Зехра, ты что там делаешь? Сейчас Асланчик йогурт съест. Аслан вообще ничего не ест. Выбросил, да? Молодец. Иди сюда, мама тебя накормит. Ну, вот так вот целый йогурт мы можем грызть, но кушать нет. Сейчас дырочку здесь сделаем своими зубиками, и будет хорошо. Будешь кушать? М? Будешь? Давай, открой ротик. Давай ротик открой. Давай. Вот так, молодец. Мамина расческа у них в игрушках. Витамин D3, который сами пьют. Ну, здесь уже закончилось. Бывший старый фонарик игрушечный. Вот что у моих детей в игрушках. А игрушки сами вон там, они неинтересны. Угу. Да, вот про вас рассказываю. На. Вот так. Это они вдвоем, один биолакт едят у меня сейчас. На. Ты разгон взяла, да? Ушел опять. Разгон взяла моя девочка, да? Угу. Сейчас будет Асланчик плакать. Он вечно садится на ее пути. Вперед не двигается. Давай, бегом, масло. Ты к маме идешь? Давай еще одну ложечку съедим. Давай. А почему он любит вот этот вот витамин D3 флакончик? Потому что у них пипетка, она такая силиконовая, мягкая. Когда десны чешутся, вот он грызет. Привет, мои хорошие. Вот так начинается мое утро. Он меня будет, вот так подходит по лицу. Мам. В привидение будем играть, да? Вчера я его уложила спать в 10 часов. Но он потом несколько раз просыпался, и мы его заново укладывали. И сегодня он, естественно, рано проснулся. Зехрашка спит. Ну,
мама, иди сюда. А что ты туда убежал? Ты почему убежал от мамы? Иди сюда. Иди к маме. Иди к маме. Ты же не при... Ты что, привидение сегодня? Аслан, ты привидение? Иди сюда. Иди к маме. Идем. Иди сюда. Идешь? Не идешь? Я не буду тебя снимать. Я буду себя снимать. Какая я красивая с утра. Сегодня мне нужно пойти в детский мир. У нас заканчивается смесь. Ой, одна баночка смеси нам хватает максимум на 3 дня. Пришел? Почему, когда мама звала, не пришел? А, солнышко? Пупсик. Тетёська. Куда ты идешь? Обязательно надо через маму перелезать, да? Обязательно надо через меня. Вот где моя голова, оттуда надо перелезть. Ты куда идешь, сынок? Баб? 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 Как у нас начинается утром? Я обычно просыпаюсь. Водичку будешь? Нет? Я обычно просыпаюсь и делаю смесь. Добавляю смесь витамин D3 и витамин К2. И кормлю сыночка. Он меняет подгузники, естественно. Он вот все спит, это все в спящем состоянии. Он может проснуться. Пошел подгузника в порядок наводить. Он может проснуться, а может и не проснуться. Ну, от чего это зависит, я не знаю. Иногда бывает, он ночью очень плохо спал, но утром тоже плохо спит, просыпается. Бывает, очень хорошо ночью спал, и утром тоже спит таким сном, как будто вообще не спал. Поэтому заранее знать, проснется или нет, невозможно. Вот. Дальше мы продолжаем спать, мы не встаем, потому что весь дом спит, Зихрашка спит, все спят. То же самое бабуля делает Зихрашка, когда она просыпается утром. Она такой просыпается, ей нужно дать смесь. Она пососет смесь и дальше спит. Вот. Будить их, точнее, если они проснулись, дальше дать им бодрствовать нельзя. Потому что они будут капризные очень сильно. Не выспавшиеся капризные дети. Хуже этого ничего нет. Поэтому лучше их дальше уложить спать, чтобы они выспались. Вот. Поэтому мы спим часов до 11, до 12. Всем семейством причем. Скоро домой в Измир. И я там постараюсь все-таки вернуть тот режим, который у нас был. Чтобы дети ложились в 10. Ну, максимум в 11 часов и вставали тоже где-то в 9. Так мне удобнее было. Играет там с подгузниками, с чемоданом. Я уже в чемодан сложила все, что нам понадобится в дороге, нам понадобится в Измире. Все, чем мы сейчас здесь уже не пользуемся и так далее. Я не имею в виду маленькие вещи, которые там мы уже не одеваем. Я их не забираю, естественно. Вот. Ладно, моя хорошая, закрываюсь. Попытаюсь его уложить спать. Хотя это будет очень трудно. Но что делать? Полчаса трудов, и ребенок спит. Вот. Чтобы
Мой сынуля уснул, его нужно укутать в это одеяло, взять на руки, качать, одновременно что-нибудь напевать и дать бутылочку с водой. Он пососет немножко воды и потихонечку начинает закрывать глазки, засыпать. Но все нужно делать одновременно. Качать, напевать и бутылочку с водой. Когда он уже заснул, его можно смело класть на кровать. Потом он пару раз покрутится туда-сюда и все, спит. Но ночью, если он, естественно, спать не хочет, если у него нет сонного состояния, этот способ не работает. Этот способ работает только тогда, когда он уже сонный. Бывают дети, когда сонные, но спать не хотят. Крутятся, вертятся, играют, глазки трут, но не спят. Мой сын из таких. Он лучше будет играть, естественно, глазки тереть, но не спать. Вот такой момент, когда он сонный, вот этот способ работает. Сейчас он будет спать еще где-то часик, ну, час-полтора точно. Проснется, выспавшийся, довольный. Будет у нас хорошее настроение у всех. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня мы с Зефрашкой были в детском мире. Да, солнышко? Что купили тебе? Вкусняшки купили, да? Она сегодня такая деловая, сама, да. Сейчас едем домой. У нас, по-моему, бабье лето наступило, потому что солнце вышло снова. Хотя я уже детскую летнюю одежду убрала.